11 августа, Одесса, в 13.11 была объявлена воздушная тревога. В 13.23 уже были сообщения о том, что в области взрывы слышны. Также сообщили, что предварительно это учение наших военных совпали с тревогой. То есть информации по прилетам нет. На данный момент воздушная тревога объявлена по всей Украине. По оперативной обстановке в Одессе и области сейчас, на данный момент, все спокойно. А также в сети начали сообщать о запуске ракет «Калибр» с малого ракетного корабля «Буян-М» возле Крыма. Видео прилагаю. Берегите себя, лучше пройдите в городе. Сейчас дождь, сильный ветер.